Территория рудника «Интернациональный» погрузилась во тьму. В субботу там на некоторое время отключили подсветку и некоторые электропотребляющие установки. Погасли огни на объектах, которые не влияют на бесперебойный процесс производства и техническую безопасность. Так, коллектив предприятия поддержал международную акцию «Час земли». Ее проводит Всемирный фонд дикой природы. Алроса в проекте участвует регулярно. Основной целью данной акции является это бережное отношение к природе, к ресурсам, энергосбережение. На примере 2019 года отключали уличное освещение, иллюминацию, Якутнепроалмаз, КСК, Алмаз-автоматика, и думаю, в этот раз также. Отключив иллюминацию и освещение, Алроса привлекает внимание общественности к вопросам экологии. Присоединились к флешмобу 27 марта три десятка российских городов. Кстати, в нашей стране час земли задерживается дольше всего, минуя 11 часовых поясов от Камчатки до Калининграда.